Мне бы ПТ-шку бы убить. Да? А мне бы выиграть. Дед, может ты тормознешь чуть-чуть? Опа! Ёбаный, масленько. Оп-оп-оп. Нахуй. Откуда по тебе работать? Вот вафли. Блин, у меня фугасы кончились. Бля, да хорош, фризить, бля. Это спасибо, попросил же мне ПТ-шку. Саш, давай сначала выиграем. Там чириотер. Не знаю, не вижу чириотера, знаю, что здесь вот это. Я думал, что он будет у меня в очке. Я почему-то очень лютый фриз. Чириотер в точке Б. Я понял. А куда ты разъебал? Ко мне едет. Я понимаю. Ты пока не вылезай, стой там. Да стой там, сейчас он меня пытается закрутить. Он меня не пробил. Оп. Чё, пожар? Чё, пожар? На, блин. Саш, добивай. Угу. Нет. Блять, я с такими лютыми фризами всю игру. Мастер! Легчайший вообще бой. Просто X3. Второй класс. 8000 опыта. 8000. Ебать. А что так много опыта, кстати, дали? 54 мощнее, я. Тогда, видишь, я тебе даже... У тебя-то там говно, поэтому тебе... Видишь, слышишь, я тебе даже килл отдал и спокойно все равно взял. Ну, мне, по крайней мере, знаешь, мне надо было взять либо первый класс, что я не сделал, но зато я убил одну ПТ-шку, а это как бы про движение в моей ситуации. Ну, это же 2 в очке. Я такой расклад не устраиваю. Четкий. Да. Нихуя. Да, экипаж не вкачан. Сведение к дабу. У тебя раскачануло чуть-чуть. Не досвел. Че как жопа? Что происходит? А это ты без Team Heavy там зажимает. У меня матрах сломался. Блять, с той стороны тебя гасит, блядь. Блять, все, я уже не хочу в это говно играть, все, заебало. Аж не в КС, блять. Да в пизду. Опа! 640. Уже я осмелюсь подозревать, что он в КС. Опа! Залетела. Ты еще только до сюда доехал. Да, я пока обогнул гору. И тут уже двух челиков. Но я здесь могу ручник не ставить, я могу... Пропиздом? Да, пропиздом. У меня там бинокль сломался, разбился, там стекла повыпадали. Нажми на гашетку. Что-то гашетка не нажимается вообще. Интересно, я тут застряну, если я попытаюсь? Бульдог стилить не будет. Давайте только вы стилить не будете, ладно? Если я сейчас ёбнусь и... Что, как пробивается? Он пос, а он еще и в меня гасанул. Хм, что застрял, по-моему. И в этот наваливаешь. Тарантас вообще раз колбасило так конкретно. Пипец, опять фризы, вот не очень не вовремя, у меня пиздец и с FPS происходит. Ой, как гасится-то, как гасится. Оп. Давай замочим его нахер. Тарань его, тарань. Газуй. Как едется, я жму в пол. Как едется-то. Он сейчас выкатится, давай. На, блядь. Что, разброс до? 3, 2, 1. Максимальный урон. Смерть, сука. Ай, блин, ебать меня пригрузило. Саш, как тело? Максимальный урон. Саш, как тело? Ты понял, что у него мощности не хватило? Мы его тупо приподняли. Ты в два жира, блядь, ты вкучиваешь.
Редкость. Сертификат на камуфляж карбон. Юй! Мразота ебаная, блядь. Для 10-го левела. Нахуя! Ну зачем? Для 9-го надо! Как пробивает? Еще раз спрашиваю. Как пробивает? Ебучий леопард там босс какой, блядь. Сейчас не Е6, да, скотина? Сейчас не Е6, а я сейчас поеду твоего тиммейта, убью и поставь. Сейчас не ебу, ну башин. Оп. И Лео такой в жопу. Оп. Давай, давай, давай. 0-1 секунда! 0-1 секунда! Че, Саш, как забивается на Лео, Саш? Как тебе на Лео забивается? А что мне с ним делать-то? И вот он и успел исчезнуть, блядь, на секунду. Да повезло ему, блядь. Если бы я был на него сагрен, я бы его убил. Гандура, что, как крутится сагрен. Говнище? Слушай, у нас тиммейт не скачанный, блядь. Да тупой тиммейт-то, господи, такой же, как и я. Мы оба стоки. Мы оба должны крутиться, как эти, блин. Вот бодрее, чем он в 10 раз. Как крутится, блядь, как крутится залупа. Смерть, блядь. Ковшик-то скачет. Все живу, все заебись. Не, у меня все клево. Я сейчас с лавашом выйду к этому говну. Давай, нападай. На, блядь. А я не пробил. На, блядь, еще. Он перезаряжается где-то секунд 12. На тебе еще, блядь. Хорош! Это обычные все патроны. Я понял. Давай, может, тебя последний. Саш, не выходи, не выходи, Саш. Я сагрю. Не пробил, Саша, убивай, убивай, быстрей. Я не пробиваю его, лобач, блядь. Он заехал там, блядь, я объебался. Сдохни! Дорогим не пробил, пиздец. А я пробил дорогим сейчас. Залупа, блядь. Да, а почему меня на этом говне пробивают все? Ну почему? Меня вот все спокойно лобашут, когда я на Т110. А-а-а. Уже сюда смотришь, сука, залупа гребаная. Пидораска. Вон тебя. Ну еще один патрон. Иди нахуй, да, иди нахуй. А что ты тут такой живой? Фугасы? Нет. Ты был фугасами, убил. Ты ебанулся, он лобашом, блядь, стоит. А все, бачат, пиздец. Да. Оп. Оп. А чё не пробил? Чего? Чего? Сева, помнишь вот ту игру, когда мы на этой карте исследовали залупство? Вот тогда я, помнишь, сказал такую фразу, типа, вот я сейчас еще больше вопросов себе накопал. Да. Вот сейчас два раза не пробили БЦ. Саша, знаешь, что я до этого, блядь, пробивал обычными патронами, блядь? Е3 в лобах. А я Е3 дважды не пробил на фаче, понимаешь, дважды. Причем один раз дорогим. Саш, 4200, третий класс. Ну, пиздатый танк. Зато 1160 опыта, смотри. Третий класс, 1160 опыта. Это ты вообще хоть где-нибудь видел? Я нет. Кроме пешего заходит. Все сломалось. Все сломалось, не тики новое. Говновое. Затем? А, хрена лысого там. Хрена лысого? Я тоже, видишь, через раз. А я от третьего лица свалился. Я тоже от третьего, от первого, что стреляю. Первого сведусь, у тебя пипец придет одним ударом. На пол хп как минимум. Хотя здесь урон всего 400, кстати. Это были все дорогие фугасы. Я понял. Вот это тоже был фугас. У меня дорогие фугасы, это не работает. Ну и все. Бля, легкий что? Танк. Не ебать ты наваливаешь. Он бодрее едет. Нихуя. На, блядь, лови, фугас. Щевик туши. А мне рулевой этот, блядь, двигатель, engine смотрит. А ты меня практически догоняешь, блядь, когда у меня engine смотрит. А что, ты уже сюда повернул, блядь? Укладка.
Но все равно, слышь, не так он крутится. Как хотелось бы. Не, тебе просто первым патроном маслинку прям мощную закатили. Опа! Тратил он маск. Саш, я тратил бы со мной. Ну тогда добивай. Это не мой. Да. Я бы его затаранил, зачем? Не, ну у меня один патрон был лишний. Сосни таран, дядь. Лобовое столкновение с леопардом. И ты выжил. Так у меня леопард, знаешь, клин-клином вышибает. Не, ну он просто это... У него там подушки не сработали. Третий класс. Камикадзе. У меня никакого класса не дают. Ой, забрать. Так ты видишь, мне 10 хитс дали. Сертификат на камуфляж Оазис. Интересно, на какой уровень? На 10. На 9. Я там, в принципе, выбирать не приходится. А все остальное у меня либо на разброс, либо на этот. Скорость полета снайпера. В основном у меня на всех танках скорость полета. Но скорость полета, это слышит, это всегда. Это жизненно важно. Там, во-первых, пробитие с расстоянием не падает. Да, практически. Что очень актуально, потому что хочешь взять базу? Не, я не знаю, что ты стал. Разбежать? Я просто стоял, сводился, но и постепенно у меня база сама по себе бралась. Вот единственный танк, на котором у меня стоит не пробитие, ну, не скорость полета, а сведение, это ФВ. Потому что там сведение вообще дефинично. Да ФВ вообще говно, блин, как оказалось, вот честно. Я когда вкачивал этот танк, я думал, что это будет охерительный танк. Слушай, знаешь, я даже не буду стрелять, давай просто не будем двигаться, чтобы у нас маскировка показалась. Давай. Ну давай, я, блядь, тут 162 не стрелял. Гасанул, добил. Ну я не засветился, у меня ж ПТ-шка. Mm-hmm. Тоже фоч на базе. Спасибо за информацию, вообще это актуально, да? Спасибо, что сказал, что ты не засветился. Я реально не засветился. Я вот тоже не засветился. Я тоже. Там челики просто на рандоме стоят. Саша, сейчас бы на 10 левеле взять базу. Пипец. Что за херня? Они, наверное, просто не ожидали этого говна, поэтому они даже не парились. Урон ноль. Не, я слышу, я вам тапнул чувака. Это про того, которого я сказал, давай не будем стрелять. Там 62-ка мимо ехала, и я такой, типа, ты куда поехал? Плюнул. Это самая мемная победа вообще в жизни. Саш, гаси его, пожалуйста. Сколько я ему нанес примерно? Около 700? Нет. Ну, там, слышь, там один красный, который на вафле. Если его убьешь, то ничья будет. Ну да, они здесь крутились. Смотри, ты его должен. Ты по сути его должен увидеть раньше. Потому что у тебя обзор хороший. У тебя сейчас бинокль. У меня не бинокль здесь стоит. У меня здесь стоит маскировка? Ну, да, маскировка. Ну они в базе, как ты видишь. Хотя бы один из них. Скорее всего, жир в базе. А это говно где-нибудь. Жир в базе, а вафля где-то здесь. Вот сейчас они оба, скорее всего, в базе, потому что скорость большая. Ну, если ты его аккуратненько выцепишь, за 20 секунд, в принципе, если тебя не убьют, можно выиграть. Вон он. А жир... Блин, тебя засветили. Что-то херово. Жир что-то какой-то без... О, убивай! Хорош! Все, ничья. 3, 2, 1. О! Господи, я так обоссался. Там жир этот выкатился. Хорош, нормально. Лучше, чем ничего. Лучше, чем просрали. Конечно. Ну? Чё, ну? Ну, такие козлы. Ну, нельзя с такими гадами. Это СТ. У них 3 вазы, да? Да. Или 2. Она сдохла уже. Там так наваливало жирное! Ты видел? Там 263-й просто летел. Саш, я его внизу искал, а он уже наверху. Ты понял, как он просвистел там? Я просто видел в прицеле, как он проехал, он там такой... А сколько у него скорость? Он, наверное, на средний, наверное, 100. Да. На, блядь, как едется, говнище. Как живется?
перепутили. Ебучий. Блин, это реально долго. Была бы она чуть пободрее, я бы так говну. Нет, ты как тебе гусеница полезна сейчас была? Офигенно. Он бы сейчас вниз пронырнул, блядь, и все, и ты бы его... Я сводился просто. Ищи. Если ты его не остановил, я бы, скорее всего, не сбился. Блин, что, у меня с камерой? Блядь. Хорош. Все, я тебе... Саш, ФВ, рашу. Не, не рашу, не рашу. Саш, раш ты. Он меня смог. Ну, нормас, я поехал. Фигово. А, ну, все, умирай. Он меня фугасом гасанул в лабаш. Еблан. Я еще крутиться начал. Ничего, ничего. Не, ну против ФВ я сильнее, реально. Единственное, что тупую не надо рашить, вот и все.